Добрый день, уважаемые зрители, вы находитесь на канале Mars Life, а мы находимся возле станции метро Воробьёвы горы. И здесь расположен аквакомплекс, в общем, водный парк аттракционов. Перед ним сухой фонтан. Почему сухой? Вроде бы воды много, но дело в том, что нету бассейна. А раз нет бассейна, как обычно вот у фонтана, значит, он называется сухой. Летом здесь был всегда много детишек, они купаются буквально в струях воды. Ну, а теперь, видите, просто украшение. В сентябре 22 года. А мы идем аквакомплекс Лужники, чтобы немножко провести время. Красивое здание. Кабинки для переодевания. Здесь вещи, гардероб складывать. Сумочку поставлю. И пойду дальше. Так. Сумочку сюда. Куртку тоже бросаю. Написано, разместите вещи и закройте шкафчик. Ну все. Пойду дальше. Настоящие волны. Как будто прибой. Где-нибудь в Австралии. Всем привет на канале Mars Life. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики и, как всегда, высказывайте свое мнение. Ответим на ваши вопросы. Пойдем поглубже. Люди подпрыгивают. Так качает. Ой. Ой, меня утаскивает на глубину. Сейчас телефон упадет. Утонет телефон. Помогите! Очень классно здесь. Лужники, аквапарк, Воробьёвы горы. Пойду немножко на берегу полежу, поваляюсь. Кто-то здесь еще бурлит. А это, наверное, ножки массаж можно сделать. О, такое ощущение, что я точно в океане где-то, на берегу океана. А. Да. И это все в сентябре в Москве, когда на улице уже там градусов 5 ночью, а днем градусов 10. Вот мои ножки. Ну вот, мы внутри аквапарка. Лужники. Народу не очень много, потому что, может быть, рабочий день. Зато есть где развернуться одиночком. И вот много мест свободных. Никто не мешает. А когда
выходные здесь все вот забито, все кресла, подойти невозможно. А сейчас, видите, спокойно. И здесь, я помню, тоже с большим трудом смог протиснуться. А сейчас вот один свободный водопад. А можно, видите, менять, с одного на другой переходить. Много девушек симпатичных. Кстати, здесь сейфы, чтобы, например, мобильные телефоны спрятать. Ячейки. Потом подносишь браслетик, и все закрывается хорошо. Сейфовые ячейки. Быстрый ручей. Круги резиновые, надувные. Можно плавать вдоль ручья ради удовольствия. И с ребенком тоже удобно. Под пальмой. Если не умеете плавать, можно круг использовать вот таким образом. А дети часто используют специальные жилеты оранжевого цвета. Папа, наверное, с ребенком. Или вот мальчик, видите. Конечно, многих привлекают термы. Разные бани. Надо по лесенке забраться, чтобы попасть в термические бани. Зато с этой высоты можно обозреть весь аквапарк. Это мы вот как раз в отделе, где термы. И вот парилки. Народ сидит. Джакузи горячее. 17 часов. Большой парк в Лужниках. Возле Воробьевых гор метро. Да, здесь можно пятки с помощью рыбок почистить. Пилинг рыбками. Здесь вторая часть бань. Тоже есть фонтанчики, сауна. Можно присоединиться. Баня турецкая. Душ впечатлений, летний шторм. А здесь тропический дождь. Гигиенический душ. Баня римская. В общем, все написано. И тоже фотографируйте. Можно. Снимают. Здесь можно через холодную воду пройти, кстати. Душевая аллея. И сверху разные режимы. Дорожка Кнейпа. Дорожка Кнейпа. Спускаемся обратно вниз. Мы взяли билет на целый день, до 10 вечера можно плавать. Это мой домик. Мой домик. Такие симпатичные девушки помогают мне снимать. А здесь грибочки для детей. Пойду сейчас на горочки наверху, покатаюсь, спущусь. Приезжайте тусоваться. Интересный дизайн, большое пространство. Вот уже позади сеанс в аквапарке. Вышли за пределы. Кафе, ресторанчики. Идем на метро. В Лужниках было классно. Советуем побывать. Последний взгляд.
Это уже на выходе вечером, ярко освещается. И очень интересная скульптура. Фонтан сухой, о котором мы говорили, днем, вечером тоже освещается. Сухой, так называемый, фонтан в Лужниках. Аквакомплекс тоже красиво освещается. Целый день мы в нем сегодня были. Полный билет взяли с банями, с термами и прочим. Вот и детишки развлекаются. Пока всем, наконец-то, действительно пока. На канале Март Лайф. Подпишитесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев, смотрите другие видео. Это мой домик.